Что? Цикады? Пригнись. Это что за уроды? Назад, говорю! Джоэл! Клади руку на плечо. Давай. Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт. Джоэл, ну-ка. Вставай, вставай. Скажи, что делать. Давай. Ну вставай ты. Джоэл. Ударилась. Ты чего? Я думала, ты щелкун. Ну да, ржачно получилось. Ты же меня не убьешь, правда? Мы с тобой не виделись. Уже даже не знаю, сколько. 45 дней. Ну, по сути, 46. Интересно, где я была? Все это время я думала, что ты погибла. Да. Вот. Смотри. Не может быть. Ты все без соседки? Мне 3 года пришлось спать под лис, а ты знаешь, как от нее воняет. Ты цикада? Так и висит. Что? Куда ты пошла? Не хочу, чтобы меня застукали с цикадой. Расслабься. На этом этаже ни одного солдата. На, поздравляю. Эй! Без обид? Без обид? Я сбежала, и ты злишься. Но я могу тебе все объяснить. Только давай переберемся в другое место. Уже почти утро, и у меня начнутся учения, на которых нас учат убивать цикад. Хватит, надевай штаны и пошли. Я идиотка. Смелее. Мы с тобой хоть раз попадались? Блин. Ну хоть что-нибудь. Черт! О, сойдет. Так, давай-ка повернись. Господи. Временное средство сойдет. Я сбегаю, поищу, чем тебя подлатать. Мозоль! Стереги его! Я скоро вернусь. Обещаю. Ладно, порядок. Ладно. И куда мне теперь?
Аптека Уэстона. То, что нужно. Заперто. Какого хрена? Таблетки сожрали, а пузырек оставили? Что тут? Ну хоть что-нибудь. Ничего. Ну, конечно, все унесли. Фармацевт. Может, у него что найдется? Что ж такое? Аптечка. Как мне туда попасть? Тридцать пять вправо, 30 влево, 31 вправо. Сработало. Черт, споры. Если собираетесь на меня напасть, лучше давайте сразу. Дрянь. Эх. Только не оживай, только не оживай. Пусто. Ты где же? О, ключ. Так. Блин! Чтоб тебя, зараза! Так. Ключ. Аптека. Погнали.
Черт. Армейский вертолет. В нем должно что-то быть. Держись, Джоэл. Не сюда. Ниток нет. Ну, хоть это оставили. Ну, рискнем. Быстрей. Сюда. Ого. Еще бы чуть-чуть. А ты быстрая. Это круто. Спасибо. Ну, давай. Побежали. Так, как ты их нашла? Цикад? Да. Помнишь того парня, которого ты укусила и пушку забрала? Да, я его помню. Это Тревор. Короче, я его увидела на улице и решила за ним проследить. Он зашел в переулок, и там на меня набросились цикады. И утащили прямо к себе в логово. К Марлин. Страшно было. Да жути. Я думала, уж теперь-то она меня точно пристрелит. А она только спросила, чё так долго? Она меня ждала.
И она сразу приняла тебя в цикады? Ну, типа того. Все, что было до этого, это, оказывается, проверка. Она испытывала мою преданность. А. Помяни черта. Про тебя спрашивала. Да ну? Говорит, ты похожа на свою мать. Ну, ей виднее. Идем. Хороший темп взяли. С кем ты теперь тусуешься? Не знаю. Да ни с кем. А как же Тина и остальные ребята? Как они там? Райли, они твои друзья. Но ты с ними общаешься? Ну, да. Слышала уже голоса? О, ха-ха-ха. Ой, прости, не хотела обидеть твоих друзей. Так что? Ты поверила в их идеалы? Я не знаю, я поняла одно, я не солдат. Тридцать дней, ага. Люди заражаются каждый день, просто они это умело скрывают. Ты видела других зараженных? На обряде посвящения в цикады меня заставили убить. Знаешь, давай лучше сменим тему. Ладно. Черт, прячься! Прости, что-то я психованная. Тут скользко. Слушай, может мне податься в цикады? Элли, я об этом Марлин первым делом спросила. Она хочет, чтобы ты сидела в этой дурацкой школе. Даже сказала, чтобы я к тебе не ходила. А ей-то что? Боится, что втяну тебя в неприятности. Ну-ну. Я и сама их хорошо нахожу. Помнишь, как я тебя сюда привела? Зачем мы сюда залезли, Райли? У меня для тебя сюрприз. Какой? Динозавр? Может. За динозавра я тебе все прощу. Подожди, скоро увидишь. Ты все откладываешь на ту поездку? Каждый цент. А ты? Каждый цент. А что мы там в итоге выбрали? Серфинг же. В Лос-Анджелесе. Точно. Лос-Анджелес. Давай, пошли дальше. Знаешь, они уже были у меня в руках. Наши ружья? Гонишь. Не поверю, что капрал Мудозвон их тебе отдал. Нет, конечно. Я пролезла в кабинет. Так вот, я схватила их. Но тебя сцапали. Но меня сцапали. Как наказал? Две недели дежурства.
по сортирам. О, Элли. Говорю же, забудь про них. Нам их не видать. Я их все равно достану. Не верится, что Уинстон умер. Уже знаешь? Да. Что с ним стряслось? Не знаю. Посмотрим, что он оставил. Ты что? Что? Это Уинстон? Да он раньше был красавчик. Ух ты! Будешь? Не хочу. Как хочешь. За Уинстона. Как дерет. Давай. Принцессой что? Ну, я думаю, кто-то ее себе забрал. Бедная лошадка. Небось, не поймет, что случилось. Элли, помоги поднять. Ненавижу тут лазить. Всегда боюсь, что нас сейчас завалит. Ерунда. Я первая. Знаешь что? Давай поищем другой путь. Да. Хорошая мысль. Эй, Райли, слушай, я тебя подсажу. Попробуй открыть с той стороны. Вариант. Райли! Дура! Второй раз за сегодня! И как мы раньше это место не нашли? Так, я нашла маску прямо для тебя. Райли! Идеальную! Посмотри. Это что, у тебя типа оборотень? Надень-ка! Тупость. Да! Крутяк! Порычи. Элли, не тупи. Рыкни по-настоящему. Другое дело. Давай глянем, что тут еще есть.
Скелет-пророк, задай ему вопрос, если осмелишься. Ладно? Мы сегодня умрем? Ничего. Что за фигня? Переверни, слышь, балда. О, похоже, ужасно маловероятно. А, фу, слава богу. Я когда-нибудь сыграю в видеоигру? Твои шансы ничтожны. Пошел ты, череп. Я поезжу еще за рулем. Костями чую, да. Ну ладно. У меня сиськи вырастут или как? Духи хранят молчание. Ну конечно. Мы когда-нибудь выберемся из этой карантинной зоны? Ответ окутан мраком. Значит, шанс есть? Мы вернем свои водяные ружья? Дух говорит «да». Ага, ты слышала? Ружья-то к нам еще вернутся. Забудь про них, Элли. Забудь. Интересно, Райли когда-нибудь научится играть в покер? Я тебя вообще-то слышу. Ответ не ясен, но надежда еще есть. Не, я забила. В покер играй сама. Ты придурок? Я уверен, что это так. Ну, как скажешь. Ну-ка, дай сюда. Элли станет такой же прикольной, как я? Ой, да ладно, я в 10 раз прикольнее тебя. Он сказал, не в этой жизни. Эй, это не я, это пророк сказал. Ну, пророк может идти в жопу. Ну ты жжешь. Серебряные башмачки, что ты с ними сотворила? Ох, Татошка, что же нам делать? Ржака. И что, люди это покупали? Не врубаюсь. Вау! Это было тупо. Ага. У меня мысль. Видишь машины внизу? Да. Красная твоя.
Моя синяя. Бросаем кирпичи. Побеждает тот, кто разобьет все окна в своей машине. Шутишь? У меня глаз-алмаз. Ха, супер. Проигравший отвечает на вопрос. Без сарказма. Мы что, играем в чистосердечное признание? Хм, ладно, поехали. Всю машину бьешь. О, облом. Что, нравится? Яблочко. О, черт. Вот как это делается. Это моя машина. А, точно. Что? Твою ж! Фигак! Блин. Блин, последнее. Осталось Чёрт. Одно. Да! Я чемпионка! У моей стекла были толще. Ну да, можешь не оправдываться. Теперь вопросик. Уже страшно. Так, что там Марлин рассказывала про маму? Да немного. Я так поняла, они дружили еще до эпидемии. О, и она сказала, что твоя мать была медсестрой. Медсестрой? Судя по всему, они часто ссорились, но все равно оставались подругами. Знакомо, да? Хм, ага. Давай, сейчас я тебе покажу. Почти пришли. Что мы тут забыли? Страшноватое место. Так вот, помнишь, мы думали, что свет есть только в нескольких районах? Ну? Иди за мной. Элли, сюда. Так, включаем. Электричество-то есть. Только они его вырубают. Надо просто обратно врубить. Спорим, не работает? Я же тебе говорила. Везде, что ли, свет зажегся? Пойдем проверим. Yeah.
ты готова? Слушай, я понимаю, куда ты клонишь, и я очень рада, что ты жива. В смысле, я рада, что мы снова вместе и... Прости меня. Я тебе тогда перед уходом наболтала ерунды. Райли, ты такая нюня. Ты сама начала! Да. Ну, готова? Готова. Нифига себе!